Сегодня как раз мы начали ту работу, о которой говорили позавчера. Началась погрузка автотранспорта, который будет доставлять в Голландию обломки самолета. Сейчас вы видели перегрузку обломков, которые пронумерованы, с полувагонов в автотранспорт, который предоставила голландская сторона. В работе принимают участие наши специалисты, так и специалисты голландской стороны. Все это фиксируется, сравнивается нумерация, и далее все это будет доставлено, затаможено и доставлено в Голландию. Первый транспорт уходит завтра. Планируем мы всю работу завершить за 5 дней, но, скорее всего, завершающие работы, непосредственно последняя машина будет уходить в 10 часов в понедельник. Это связано с не технической стороной, а скорее с документальной. Здесь организован пункт питания, где голландская сторона, голландские сотрудники каждые 2 часа пьют горячий чай, кофе, лимоны, мандарины, для того, чтобы как бы в такой довольно-таки несвойственной для них погодных условиях работать. Как вы слышали, сказали, что у них никаких претензий нет. Хорошо бы было, если бы мороз был хотя бы минус 5, не больше.